Хочу сказать, что мы начали рассматривать этот процесс из двух соображений. Он интересен сам по себе, как образец, по которому можно будет рассматривать позитронные круги рассеяния электрона на фотоны, как я хочу нарисовать. Кроме того, это процесс с обменом одним фотоном, который содержит все принципиальные черты, которые будут в двухфотонном обмене, в двухфотонных реакциях. Таким образом, идеи, которые мы изложили в процессе конверсного трения этого конкретного процесса, оказываются гораздо более широкими, чем те, которые привязаны только непосредственно к нему. Но, кроме того, на самом деле, это те формулы, которые все равно, в любом смысле, полезно знать любому грамотному физику, который занимается физикой элементарной частицы. В прошлый раз мы говорили о том, что речь идет о ситуации, когда электрон с импульсом, четвертым импульсом P, соединяясь с протоном, давайте его импульс назовем большой буквой P, тяжелая частица, да, испускает, да, рассеивается, испускает электронный фотон. Конечный электрон при этом имеет другую энергию и другой угол или другой угол рассеяния. Когда энергия E' хорошо отличается от энергии E, и угол рассеяния немал, говорят о глубоко неупругом рассеянии. Излученный фотон, в свою очередь, полностью определяется разностью энергии и импульсов электрона. Поэтому его характеристика полностью известна, включая на самом деле не только его четырехимпульс, мы его кратко будем называть монобельку, но еще и поляризация этого фотона тоже зависит от четырех импульсов электрона и их спиральности. Ну а здесь некая система МИКС, которая в частности в случае протона, как правило, имеет набор адронных состояний. Вот такую систему мы в прошлый раз рассматривали и сказали, что здесь очень удобно разбить диаграмму и сам процесс на две подчасти. Одна из них будет включать процесс фотопоглощения виртуального фотона, а второй блок – это испускание виртуального фотона начальным электроном. Такое разбиение очень удобно, потому что позволяет быстро эти комбинации перестраивать. Например, вместо глубоко неупругого рассеяния электрона на протоне может быть глубоко неупругое рассеяние электрона на фотоне, о котором, как я уже говорил, есть много экспериментальных данных на сегодня. Вместо рассеяния электрона может быть здесь употребляться мюон, и таких экспериментов тоже множество есть. Наконец, вместо электрона здесь может употребляться нейтрино. Тогда вместо фотона здесь будет какая-то другая частица, другой бозон. Это уже будет совсем другая история, но в принципе ее можно рассматривать аналогичным образом. Итак, для нижнего блока мы
really amplitude, спиральная амплитуда, которая соответствует тому, что здесь виртуальный фотон взаимодействует с протоном, причем соответствующее по квадрату этого фотона не равно нулю, и поэтому А может принимать значение не только плюс-минус единицы, но и ноль. Ну и, может быть, еще удобно, как это любят делать экспериментаторы, положительную величину минус q квадрат обзвать q квадрат большое. И вот в прошлый раз для всего этого процесса мы записали ответ, который выглядит так. Если начинать с нижнего блока, то здесь но все равно наоборот, из этой вершинной части выскочит множитель 4π альфа, а вот пропагатор возникнет в амплитуде q квадрат, а в сечении это величина еще в квадрате, затем будет амплитуда нижнего блока на сопряженную, дальше умножается на тензор перехода, соответствующий верхнему блоку, ну и все еще умножается на фазовый объем всей конечной системы. Но конечную систему удобно разорвать на две части, состоящие из Y на образованном. Часть, связанную с рассеянным электроном. Принципиально важный момент, что соответствующие спиральности, как я уже говорил, принимают три значения. Ну вот вроде бы все, что нам нужно, мы записали. И дальше делается следующее утверждение. Почему это удобно? Почему именно удобно работать в спиральном базисе? По той причине, что если бы мы здесь употребляли векторные индексы, то векторный индекс пробегает 4 значения, и не очень понятно, какие компоненты велики, какие малы. В то же время, вот этот вот в спиральном базисе, спиральности пробегает всего 3 значения, и есть четкое различие в поведении этих амплитуд в области небольших виртуальностей. Мы знаем, что m0 исчезает как корень из q квадрат при q квадрат, стремящемся к нулю. Напротив, амплитуды плюс-минус переходят в амплитуды фотопоглощения реального света. Это все очень удобные черты, удобные для дальнейшего расчета. Ну вот. Что дальше? У этой задачи основной интерес представляет как раз блок, связанный с адронным куском. Изучая его, можно узнать что-то про строение адрона. А верхний блок, наоборот, полностью известен. И все идеальное у него закодировано вот в этом элементе, связанном с блоком излучения виртуального фотона. И я напомню, что мы в прошлый раз начали его расписывать. Расписали мы его для самого расхожего случая, а именно когда начальный электрон не поляризован и конечный электрон, хотя и детектируется, но
не, в нем не отмечается его поляризация. Таким образом, после суммирования по поляризациям конечного электронного усреднения, по поляризациям начального, у нас образовалось такое выражение. Минус единица в степени А плюс Б пополам. И дальше пойдешь У от такого выражения. Ходил вектор поляризации А, ты сопряженный со шляпкой. Я буду употреблять такое выражение. Гамма мю на мю будет А со шляпкой. И дальше входит пропагатор конечного электрона, вектор поляризации еще одного задействованного фотона и пропагатор начального электрона. Вот все, что нам осталось вычислить. А я, опять-таки, должен тогда напомнить вам соответствующие формулы для школы. Если у нас есть двух таких выражений с двумя гамма-матрицами, то это просто четыре произведения, четыре вектора А на вектор Б. А вот если есть шкур из четырех гамма-матриц, то там возникает такая комбинация. Сначала берут произведения двух ближайших четырехвекторов и двух следующих. Затем А умножается на С со знаком минус, а В на Д. И, наконец, последнее со знаком плюс, А на Д. Вот если применить эти формулы, то получится следующее. Из четверки 1/2 получится двойка. Это мы так и оставим. Так. Начнем с произведения масс. Произведение масс даст n в квадрате на произведение двух векторов поляризации, про которые мы точно знаем, что они ортонормированы. И имеют вот такое вот, соответственно, значение. Так. Дальше. Это мы, значит, устроили произведение одной по вектора поляризации на другую, то есть должны были применять вот эту формулу. Здесь четверка возникла, я ее учел. Эти четверки учтены. Так, дальше что у нас будет? Ну, точно такая же произведение А на С. А на С будет со знаком минус. И даст тот же самый результат. То есть произведение А на С дает минус единица в степени А на дельта АВ. Если я беру массы, то от них останется n в квадрате. А если я беру P на P', то останется, прошу прощения, минус, это важно для дальнейшего, минус P на P'. Все. Это слагаемое мы исчерпали. Остается два слагаемых, оба со знаком плюс. Один из них соответствует произведению первых двух
Викову. А второй соответствует разделению первых и последних. Теперь это можно упрощать. Это нам уже дальше не понадобится. Первое упрощение будет заключаться в том, что если мы сосчитаем вот эту вот величину, то это будет минус p штрих в квадрате, то есть 2p штрих и минус квадрат этого и квадрат этого минус 2mg в квадрате. Так. Стало быть, вот эта вот величина вся с учетом этой двойки это не что иное, как минус куб в квадрате. Так, теперь двойку сюда припишем, пока не поздно. Разберемся с этими величинами. Здесь тоже все очень просто. Дело в том, что стоящая здесь величина f'. Из этого общего утверждения, что q есть p минус p'. Отсюда p' есть p минус q. Если я сюда подставлю p минус q, то дальше я могу использовать тот факт, что вектор поляризации ортогонален к q. Это q выбросить. И точно так можно будет поступить здесь. После этого два эти выражения просто окажутся одинаковыми. И общий итог окажется совсем простой. Так. Будет выглядеть он так. Минус q в квадрате дельта АВ. А здесь будет 2А плюс В. Минус единица в степени 2 плюс В. Но минус единица в степени 2А это просто единица. А минус единица в степени В в нашем случае все равно, что минус единица в степени А. Поскольку А и В одинаковые. Так. С первым слагаемым мы разобрались. Второе слагаемое тогда будет, соответственно, 4. Вот такое компактное выражение получилось для всех соответствующих компонент этого тензора перехода. Мы с ним дальше еще будем работать. Но пока нам достаточно сказать, что этот тензор нам теперь полностью известен. Очень хорошо. Дальше. Вот дальше мы хотели все-таки сделать такое четкое разделение верхнего и нижнего блока. Здесь пока что все перепутано. Давайте я отмечу то, что относится к нижнему блоку. К нижнему блоку относится вот эта вот сумма, вот этот вот фазовый объем. Ну и после этого, чтобы включить сечение гамма-b рассеяния, не хватает еще инварианта Мюллера. Я вам напомню, что инвариант Мюллера ЕБ это корень квадратный из импульса
електрона на імпульс протона в квадраті мінус квадрат цих імпульсів. Тобто маса електрона в квадраті на масу протона в квадраті. Але для гамма-П все буде немножко хитрее, да? Там сталкивается фотон с импульсом и протон. Но вот вместо массы электрона будет стоять виртуальность фотона, а масса протона так и останется. Вот его нету. Мы бы уже и завели этот блок, но не хватает такого множителя. Тогда что остается делать? Если очень хочется, то сделаем такое. Давайте это выполним. То есть мы ведем сумму по А и Б. Будет ходить амплитуда А на амплитуда Б. На d гамма x на 4 и гамма p. Так. Это все и будет относиться к нижнему блоку. Все остальное относится к верхнему блоку и пропагатору, да? Ну хорошо. Домножим на все остальное. Оно в себя будет включать 4 пи альфа на q квадрат в квадрате на йог АБ. Дальше. Вот мы завели этот множитель. Надо теперь от него избавиться. То есть мы ничего не изменили. Но вот этот множитель придется вспомнить. И, наконец, последний множитель. Некоторым переписыванием, я хочу сказать, что, во-первых, это точное соотношение, во-вторых, чисто кинематические. Никакой динамики здесь не заложено, а заложена одна главная идея. Разделение сечения этого процесса на два блока, верхний и нижний. Причем, ну, идейная нагрузка здесь заключается в чем? Верхний блок полностью известен. Нижний блок, наоборот, крайне интересен, и сведения о нем мы должны извлекать. Так вот, эта формула приспособленная для извлечения сведений про нижний блок. Про нижний блок можно строить какие-то модели, подставлять их сюда, сверять с экспериментом. Итак, вот этот вот кусочек. Теперь у нас будет соответствовать блоку x. А вот этот кусочек будет соответствовать блоку Е гамма. Ну и, наверное, знак суммы должен оставаться вне блоков Y. После этого я мог бы сказать следующее. Совершенно спокойно. Что вот таким образом у меня сечение исходное стало некоторой суммой по спиральностям виртуального фотона вот, вот этого куска, который я могу называть сечение чего? Гамма-П фотопоглощения. Но с индексами А и
А я то, что угодно. Это опять-таки, как вы видите, не что иное, как определение. Вот удобно устроить для этого всего блока такое определение. Для этого блока тогда что будет естественно? Если это стечение этого процесса, то все то, что остается, это число фотонов. Да? Тоже оно должно быть с индексами А и Б. И видно, что здесь не нужно никаких дополнительных предположений, рассуждений и прочего, как в свое время, во время вывода приближения Вайтзекера-Вильямса делали, соответственно, сначала Ферми, потом Вайтзекера и Вильямса. У нас в данном случае есть диаграмма Фейнмана, и мы ее вычисляем. Ответ записан точно, но, к сожалению, в ответе есть еще много интегрирований, которые нужно выполнить, чтобы получить экспериментально наблюдаемое сечение. Ну, можно попробовать это дальше сделать. Вы помните, мы специально говорили на примере гамма-гамма растения, что в дифференциальном сечении там было очень много структур. А когда мы проинтегрируем, остаются только полные сечения, которых, например, для реальных фотонов было всего 3. Для этого случая, вот для этого блока, если я проинтегрирую по всему, что соответствует конечному фазовому объему, у меня к этому блоку относятся только 2 сечения. Сечение фотопоглощения поперечного и сечение фотопоглощения скалярного фотона. И мы их уже записывали. Давайте я их напомню, как они выглядят. Сечение поперечного фотона, сечение скалярного фотона. Да. Здесь нужно взять вариант, когда наш виртуальный фотон имеет спиральность плюс единица, добавить вариант, когда наш фотон имеет спиральность минус единица, и усреднить, то есть поставить одну вторую. Затем проинтегрировать по фазовому объему. Совершенно логично здесь нужно взять ситуацию, когда начальный фотон имеет скалярное, то есть спиральность равна нулю, домножить на тот же самый фазовый конечный объем и, конечно, проинтегрировать. Дифференциальные сечения зависели от очень многих величин. Кроме того, что они зависели от импульсов начальных частиц, они зависели еще от импульсов вот этих конечных частиц. Но после интегрирования по конечным частицам все зависит только от начальных энергии и начальной еще и виртуальности. Ну, энергию запишем в виде инварианта Мандельштама. Это U плюс B в квадрате. Это виртуальность фотона. Всего 2 значащие величины. Так. Ну тогда вот эта штука. Если я проинтегрирую все это, то все, что связано с не этими сечениями, исчезнет, как вы помните, и останутся только сами эти сечения сигма поперечного
Plus, stuk mascalane. Как обозвать коэффициенты при них? Числом эквивалентных фотонов поперечных и числом эквивалентных фотонов скалярных. Вот. На самом деле, первые эксперименты про глубоко неупругое электрон-протонное рассеяние делались именно в такой постановке. Регистрировался только рассеянный электрон. Это означает, что менялось только число фотонов. Да? А вот эти вот величины, то есть конечное дронное состояние, вообще не регистрировались, это считалось, что по ним происходит интегрирование. Ну, на самом деле, в реальном эксперименте всегда, чтобы отстроиться от фона, требовалось, например, чтобы было некое количество дронов, чтобы только убедиться, что это именно вот этот процесс, а не какой-то другой. Но совсем не нужно было их все отлавливать, узнавать, отдельно интегрировать. Достаточно было регистрировать лишь рассеянный электрон. А рассеянный электрон сразу нам даст сведения, поскольку начально мы знаем про Q, это означает про энергию от этой системы, и про виртуальность. То есть как только мы зарегистрируем рассеянный электрон, все эти переменные известны. И дальше, я вообще говоря, говорю, что детальные модели можно строить относительно этой величины, но на первом этапе достаточно строить модели относительно этих двух величин. Вот. И оказалось, к примеру, что вот эти вот величины действительно определенным образом связаны с предположением о том, как устроен протон. В частности, если мы строим гипотезу, что протон устроен из кварков, то тогда вот сюда внедрится понятие рассеяния виртуального фотона на кварке. Поскольку кварк – частица, похожая на электрон, то соответствующее сечение мы будем знать. А вот все остальное, как кварк сидит внутри протона, как он там распределен и так далее, отсюда можно будет тогда сосчитать. Видите, какая есть логика в том, чтобы разделять так переменные. Ну хорошо. Дальше стоит вопрос о том, а как выглядят эти самые числа эквивалентных фотонов? Ну, что касается ДНС, то все очень просто. Чтобы получить амплитуду М0, доложенную на амплитуду М0 сопряженную, мы должны будем взять непременно только J00. Никаких больше возможностей. Вот, вот все и останется здесь. А что именно останется? 4π альфа на q квадрат в квадрате. Здесь будет только J00. Этот маркер у нас так и останется. Так. Ну и раскладывать это 8 и в кубе. Дальше там можно кое-что подсократить. И останется в квадрате. Здесь останется четверка. Вот такое немножко более сокращенное выражение, зависящее только от диагонального элемента этого тензора. Совершенно аналогично, здесь будет все то же самое, только вместо J0 будет стоять J++ плюс J минус минус.
А все то же самое. Все. С этой точки зрения, если угодно, да, мы задачу решили. Но остается еще не принципиальная часть, но очень важная. А как все-таки это все выглядит? Конкретно, реально. Почему? Потому что мы знаем, что когда у квадрат стремится к нулю, то сигма поперечная перейдет просто в сечение процесса фотопоглощения. А вот сигма скалярная будет исчезать, оказавшись пропорционально корню из q квадрат. Ну хорошо, понятно, что это сечение будет много меньше этого. А как будут себя вести соответствующие коэффициенты? Я уже как-то упоминал, что они величины одного порядка. То есть число скалярных и поперечных фотонов примерно одинаково. И это очень важно, но в этом хорошо бы убедиться. Для этого, чтобы во всем этом убедиться, нам придется сосчитать все-таки вот эту самую величину J0,0 и придать ей некоторый обозримый вид. Давайте попробуем это сделать. Итак, нас будет интересовать эта штука. Что это будет такое? Это будет минус q квадрат. Я извиняюсь, пропустил. Здесь еще должен быть множитель. Минус единица в степени а плюс b. От него никуда не денешься. Так вот. Но при а и b равном нулю это будет единица. Е0 и здесь Е0, они вещественные. Поэтому здесь останется тоже очень простая величина. 4Е0 на p все в квадрате. Вот такое, на первый взгляд, достаточно компактное выражение. Но и с ним придется разбираться. Разбираться придется вот почему. Потому что нам придется вспомнить, кто такой Е с ноликом. Вы помните, это был корень квадратный из q квадрат на i гамма b. Дальше ходил множитель соответствующей частицы мишени, то есть в нашем случае p большому, минус налетающей частицы q с коэффициентом qb на q квадрат. А q квадрат у нас отрицательный, значит будет плюс q квадрат. Вот так вот. Это я написал вектор Е с ноликом. Придется его помножить на p. Домножим на p. И возместил квадрат. И эту штуку придется возвести в квадрат. И это еще не все. Нам придется, я уже однажды это делал, но давайте еще раз напомним, что такое q, домноженное на p. q, домноженное на b. Это p минус p' на p, то есть это m в квадрате минус p на p'.
Сравниваем с этим выражением. Видим, что эта величина как раз есть, что такое минус 1 вторая у квадрата. Очень хорошо. То есть окончательно получается минус q квадрат плюс q квадрат. Дальше. Эту четверку загоним под знак квадрата. Поэтому останется 2p малое на p большое. Здесь была 1 вторая со знаком минус, двойка исчезнет, но минус останется. Q малое на p большое все в квадрате. А в знаменателе будет стоять вот эта самая величина. Qp в квадрате минус. В нашем случае плюс q квадрат на массу квадрата в квадрате. Как я и обещал, оказалось, что это выражение пропорциональное q квадрат, и поэтому одна степень q квадрата исчезнет, что очень вообще-то полезно на самом деле. Так, хорошо. Удобнее было бы вынести q квадрат. Здесь будет минус единица, а здесь будет плюс. Причем мы увидим следующее. Если посмотреть наверх и на низ здесь, да, то здесь входит импульс p налетающего электрона, большой импульс. А здесь импульс Q. Это импульс фотона, да, которому приходится только часть первоначального электрона. Поэтому, как правило, это слагаемое, или лучше сказать, это дробь заметно больше единицы. В целом все выражение, конечно, положительное. Причем это слагаемое будет вообще самое главное. Это часто может быть выбрасывать, но не всегда. Ну вот, это мы разобрались с йодом 0,00. Ну и если провести такое же кропотливое исследование то мы получим следующее. Он тоже будет пропорционален q квадрат. Он тоже будет содержать это самое главное слагаемое. Немножко изменится. Я запишу сразу. Также здесь будет плюс единица и минус 4 массы электрона на q квадрате. Вот такой вот точный ответ. Причем мы ничего не выбрасывали, хотя я должен заметить следующее. У нас здесь есть величины очень разных порядков. В реальном эксперименте, скажем, энергии, о которых идет речь, это десяток или десятки грэв. Скажем, в эксперименте в Стэнфорде это был линейный ускоритель на энергию сначала 10, потом 50 грэв. А для коллайдера Гера, в котором соударялся электронный пучок 28 г,
с протонным пучком на 800 Г, это тоже были десятки Г. Это с одной стороны. То, чем интересовались в эксперименте, конечно, интересовались величиной Q квадрат, которая составляла десятки квадратных Г. Может быть, наиболее интересная область. А на фоне этого здесь встречается величина типа массы электрона, да еще в квадрате. Это величина на 6 порядков меньше. И тем не менее, очень часто ее, вообще говоря, приходится учитывать. Почему? Потому что мы сейчас с вами убедимся, что передача в той области, которая была интересна для углубления круглого процесса, была действительно там Г квадратные или десятки квадратных Г. Но если речь идет про рассеяние под малыми углами, то эта величина может доходить до величин порядка массы электрона и даже меньше. И это в определенном смысле составляет трудность в расчете, особенно с двухфотонными процессами. Почему? Вот мы сейчас с вами все хорошо так сделали, и смотрите, как у нас красиво получится. Этот квадрат сократится, и останутся в зачете только величины, которые выглядят как единица на q квадрат. А если бы мы этого не делали, не переходили к комбинации спиральных амплитуд и так далее, а ничтоже сумнящиеся брали, рассчитывали. Есть замечательные компьютеры, давайте мы им поручим это дело. Они сосчитают диаграмму Фейнмана, возведут ее в квадрат, просуммируют по конечным, начальным и все, что нужно. А потом окажется, что здесь будет много слагаемых. Мы знаем, что основные слагаемые ведут себя все-таки как единица на q квадрат. А здесь возникнут слагаемые, много слагаемых, типа q квадрат в квадрате. c1 плюс c2 квадрат в квадрате. И мы только знаем, что эти коэффициентики, эти много слагаемых, должны быть такими, чтобы все свелось к зависимости меньших. Но чтобы это произошло, нужно, чтобы происходило сокращение величин, да, которые меняются в интервале. От единицы на квадратный Г до величины от единицы на массу электрона в квадрате. Это 6 порядков. Да? А двухфотонные процессы? А в двухфотонных процессах там еще дважды такая вещь. Так что нужно, чтобы как-то все это сходилось с конца с концами хорошо, нужно иметь точность на уровне 12 порядков и больше. Поэтому там придумают специальное, да. А в следующем порядке теории возмущения могут же быть такие члены? Следующий порядок теории возмущения — это отдельная вещь, но слава богу, он будет меньше в альфа раз. Поэтому его в первом, ну, в альфа раз. А если мы здесь ошибемся в вычислении этих слагаемых на проценты, то это будет гораздо больше, там на сотые доли процента, все равно гораздо больше, чем в следующей поправке. Вот. Ну хорошо. Давайте сейчас сделаем перерыв. Такое логическое место. А потом придадим этому всему окончательный красивый вид. Начнем двигаться к ситуации, в которой по возможности будут обозримые вещи. Может быть, для того, чтобы все вот эти вот немножко сложные варианты заиграли, давайте попробуем сделать следующее. Вот здесь встречаются
величины такие и всякие. Это не очень хорошо чувствуется, что это такое. Но вот если мы введем произведение малого на большое, деленное на массу протона, да? То, что здесь и есть, но сразу понятно, что это инвариант. И это очень хорошо. С другой стороны, какой смысл имеет этот инвариант? Если я имею дело с лабораторной системой, в которой протон покоится, то тогда протон имеет 4 плюс протон имеет вот такое выражение. Эта штука вся выродится во что? В энергию электрона. В энергию электрона. Да. Поэтому давайте ее обзовем буквой ЕЕ. Это будет инвариант с одной стороны, имеющий ясное свойство энергии электрона в системе покоя протона. То есть той системе, в которой такие опыты проводились в Стэнфорде. Ну и совершенно аналогично, если я возьму Q на P, да, то в лабораторной системе это будет энергия моего фотона. С другой стороны, это будет, тем не менее, инвариант. И вот теперь я могу, соответственно, здесь все слегка подправить, да? Давайте посмотрим, как все это будет выглядеть. Так, это я тут не дописал. Где плюс, где минус, это вот что-то я не то. Это вот эта величина, минус QP. Все в квадрате. Что же у меня здесь будет стоять в этих квадратных скобках? Так. Когда я буду заменять QP и PP, то и в числителе, и в знаменателе выскочат массы протона и сократятся. Поэтому вверху останется удвоенная энергия электрона, так, минус энергия фотона в квадрате, внизу окажется энергия фотона, плюс Q квадрат. Вот, да, ну и соответственно, минус единица или плюс все это. Так что я сразу вот это выражение могу заменить. Так. Ну и здесь, соответственно, как я уже сказал, величины йод плюс плюс и йод ноль ноль оказывается одного порядка. Давайте так, потому что действительно. Это очень хорошо. Что еще нам осталось сделать? Мы вообще-то хотели бы перейти с языка ускорителей, которые измеряют рассеянный электрон, его энергию и углы рассеяния, на язык теоретиков, которых интересует вот этот блок. А в этом блоке самое главное, интересное, это энергия налетающего фотона и его виртуальность. Поэтому и вот эта величина, которая здесь фигурирует, с ней давайте разберемся. Ее бы хорошо выразить, это переменные электронные, да? А ее бы хорошо выразить через переменные фотонные.
принципе, да, не, достаточно просто сделать. Запишем обычное выражение через углы рассеянного Ньютона. Это будет P в квадрате на dP. Здесь будет ходить модуль, да? Дальше будет ходить синус тета дтета дфи на Е'. Под углом тета и фи мы понимаем угол рассеянного электрона. Так. Дальше можно поступить вот таким образом. Заметим, что модуль P', все P', модуль P' на T модуль P' совпадают с E' на T'. Почему? Потому что E' в квадрате, если кто такой? P квадрат. Это есть P в квадрате плюс модуль P' в квадрате, да? Возьмем дифференциал отсюда, получится такое выражение. Очень удобно. Вместо этого запишем E' на D'. Но P' по модулю. Дальше. Дальше мы посмотрим, кто такой Q квадрат. Мы знаем, кто такой Q квадрат. Это вот эта вот величина, которую можно расписать следующим образом. 2E на E' минус 2 модуль P, модуль P' на косинус тета. Так, ну и минус еще mE в квадрате. Отсюда мы немедленно получаем, что dQ в квадрате при фиксированном E' будет определяться только дифференциалом вот этого выражения. E фиксировано, E' фиксировано, m квадрат фиксировано. А дифференциал этого выражения равняется чему? Модуль P на модуль P' на синус тета до тета. Замечательно. Значит, нам чего не хватает для полного счастья? Нам не хватает в числителе P. Дефи. По дефи мы проинтегрируем, от ничего не зависит, получим 2π. А синус тета дтета будет вместе с P' не что иное, как dQ квадрат, деленное на модуль P. Так. Нет. Что? Нам еще была нужна двойка, а ее там не было. Поэтому придется разделить на двоечку. А потом ее сократить. И общий итог получится такой. Вместо этой величины здесь будет альфа квадрат на 4π в кубе. Альфа, извините, на 4π, извините, в квадрате. А на этом месте будет стоять теперь E' сократится, останется DE'. Что такое DE'? Это энергия минус энергия фотона.
начального электрона минус энергия протона. Поэтому на самом деле вместо ДН' можно поставить энергию фотона виртуального на его виртуальность. И все это будет делиться на модуль P, то есть на корень ДН в квадрате минус масса электрона в квадрате. Ну и аналогичное выражение ДН. А вот вверху, видите, оно уже есть. Все, что нужно, сделали мы. Последнее, что нужно сделать в этом разговоре, это, раз уж мы перешли на язык, да, извините, пи еще, да? Раз уж мы перешли на язык виртуальности, то нужно понять, в каких пределах эта виртуальность меняется. Омегу мы будем сохранять. Вы помните, что число фотонов существенно зависит от того, какова величина этой самой омеги. От омеги зависят эти вот величины. Сигма, гамма, f, которые входят в состав и того, и другого сечения. А вот по q-квадрат в некоторых условиях мы сможем пренебрегать зависимость от q-квадрат в сечениях, но, конечно, не здесь. Как здесь можно пренебречь зависимость от q-квадрат, если она вот есть? Вот здесь и здесь. И общее выражение, самое главное, будет типа dq квадрат, с учетом того, что часть сократится деленная, на q квадрат. Такая хорошая логарифмическая зависимость. Давайте разберем тогда подробнее вопрос о том, в каких пределах, вообще говоря, изменяется виртуальность нашего фотона. Это выражение можно написать двумя разными способами. Один самый простой такой, возведен в квадрат, это выражение. Получится квадрат массы и квадрат массы минус удвоенная масса электрона в квадрате плюс удвоенное произведение P на B'. Идем дальше. Минус удвоенная масса электрона, а это тоже расписываем, удвоенная энергия на энергию штрих, минус удвоенный модуль P на модуль P'. И до косинус угла рассеяния. Если энергия фотона фиксирована, как мы и стараемся делать. Начальная энергия электрона фиксирована, значит тогда и конечная энергия электрона фиксирована. Единственное, что изменяется при этом, это косинус дельта. И тогда понятно, что наибольшее значение эта величина будет иметь тогда, когда косинус будет самый с учетом знака минус отрицательный, то есть равен минус единице. Ну и отсюда вот понятно, что q квадрат максимум будет, когда косинус будет равняться единице, тогда у нас масса электрона можно будет пренебречь по сравнению с этими положительными слагаемыми. Отличием P от E можно будет пренебречь, и получится 4E на E'. Или, раз мы переходим на язык фотона, это будет 4E
на терминус омега. Это все очень просто и доступно. А вот несколько более хитро найти минимальное значение. Отсюда тоже видно, что минимальное значение будет тогда, когда косинус будет равен плюс единице. То есть, когда будет рассеяние вперед. Но когда будет рассеяние вперед, тогда немножко проще воспользоваться другой формулой. И сказать следующее. Что это такое? Это будет нулевая компонента Е минус Е штрих плюс импульсы начального электрона минус импульс конечного электрона в квадрате, да? Но поскольку эти импульсы соответствуют рассеянию под углом 0, то вместо них самих можно взять будет их модули. Таким образом мы найдем минимальное значение. Теперь вспомним, что модуль этого вектора очень мало отличается от энергии. И подставим это значение сюда. И получим следующее выражение. Здесь так и будет Е минус Е штрих в квадрате плюс. Вместо B оставляем его значение Е минус масса электрона в квадрате на 2Е. Вместо B оставляем его значение Е штрих плюс масса электрона на 2Е штрих всего в квадрате. Теперь начинаем раскрывать этот квадрат. Здесь будет квадрат этой величины, Е минус Е штрих, который с этим полностью скомпенсируется. А дальше будет удвоенное произведение этой величины на оставшийся сомножитель, вот этот, то есть на МЕ в квадрате на 2Е штрих минус МЕ в квадрате на 2Е. Плюс слагаемые более маленькие, которые мы не учитываем. Двоечки сократим, приведем к общему знаменателю и получим, что очень важно, масса электрона в квадрате. А дальше будет Е минус Е штрих на Е штрих. Ну или, раз уж мы договорились. Квадрате, наверное, Е минус Е штрих. Что? Е минус Е штрих в квадрате вверху. Нет, это перекрестное произведение. Е минус Е штрих домноженное на вот второе слагаемое. А квадрат мы не будем учитывать. Когда приводим к общему знаменателю, там еще Е минус Е штрих вылезает. Да, вот общий знаменатель Е минус Е штрих. И наверху Е минус Е штрих. Здесь квадрата нету. Нет, а где есть? Ну, вверху МЕ квадрат, когда выносим, в общем знаменателе, МЕ Е квадрат Е минус МЕ квадрат Е штрих. Квадрат, да, выносим, да, прошу прощения. Вот здесь, да? Да, конечно. Итак, что это будет такое? МЕ в квадрате. Это не что иное, как омега в квадрате на Е, Е минус омега. Вот еще раз я хотел подчеркнуть, посмотрите на это выражение.
Если речь идет о том же слаке, даже на начальном этапе, когда энергия была по 10 Г, то Q квадрат минимальная, это несколько десятков квадратных, максимальная, несколько десятков квадратных Г. А эта величина, как правило, даже меньше, чем масса электрона. Ну хорошо, все расписано, все до конца мы получили. Дальше можно будет пользоваться этими точными выражениями. Ими пользуются, когда занимаются, скажем, опытами по глубокому-неглубокому рассеянию. Точно так же можно пользоваться этим делом, когда мы станем заниматься опытами по глубокому-неглубокому рассеянию на фотоне. Вот давайте немножечко поговорим про этот процесс. Рассмотрим процесс, в котором электрон сталкивается на фотоне. И дальше, может быть, электрон рассеивается и возникает некоторая система X. Эта система X может быть адроны. И тогда мы будем интересоваться адронной составляющей фотона. Это и самая интересная вещь, которая действительно и выполнялась на эксперименте. По этому поводу есть большое количество экспериментов, мы о них будем говорить. Но для начала посмотрим несколько другую картинку. Другая картинка – это когда в результате соударения такого вот происходит рождение лептонной пары. Проще всего рождаются электрон-позитронные пары, но могут родиться и пары мюона. Вот про нее, про эту штуку, мы немножечко поговорим. А да, он может родиться. И да, он, конечно, может рождаться, но это еще меньшая вероятность. А я просто хочу сказать, что вот эксперименты такого сорта просто наблюдались. И даже и понятно как, да? Если у вас имеется электрон, рассеивающийся на позитроне, и тот, и другой не исчезают, а рассеиваются, причем электрон рассеивается, скажем, на большой угол с большой потерей энергии, это будет глубоко неглубокое рассеяние. А позитрон, напротив, рассеивается на малый угол с малой потерей. Тогда он излучает фотон, почти реальный. И вот здесь вот, родившись, могут образоваться плюс и минус пара. Да. Ну, если уж мы заговорили про... Да. А мы будем изучать, значит, такой кусок. Вот эту часть. Рассеяние, глубоко-неглубокое рассеяние электрона на фотоне. Там мы занимались чем? Рассеивали глубоко-неглубокое электрон на протоне и старались узнать, как устроен протон. Ну, как он устроен? Там у него есть кварки, говорят, да, откуда мы знаем, что они там есть? Предположим, что они есть, сосчитаем и сравним с экспериментом. Так? Если мы говорим о таком же эксперименте на фотоне, то опять-таки говорят, что внутри фотона есть кварки. Чем подкрепляется это голословное утверждение? Мы можем сосчитать дальше в этом предположении процесс электрона на фотоне с рождением адрона. И нашу гипотезу проверить. Но в этом процессе мы говорим более простые и понятные вещи. В фотоне могут быть мюоны. Мы интересуемся мюонной составляющей фотона. И тогда мы можем
можем сказать, как именно мюон состоит из фотонов. Существенная разница по сравнению с предыдущим заключается в том, что там мы все-таки изучали структуру протона на не слишком малых расстояниях, где не слишком хорошо работает квантовая хромодинамика, и нужно строить модели. При изучении этого процесса ничего такого нет. Да? Это чистая квантовая электродинамика, никаких моделей нам не надо, взяли все, сосчитали. И для чего это вообще нужно, если это так можно сосчитать? Вот я тоже был таким экстремистом, никогда люди из ЦЕРНа первый раз докладывали результаты об этом эксперименте, я так нагло спросил, а для чего вы смотрите вообще этот эксперимент? Ну, я понимаю, что вам важно, чтобы ваш ускоритель работал хорошо. Для этого процесса вы все можете сосчитать, да? И после этого сравнить с экспериментом, если будет согласие, значит, ускоритель хорошо работает. Если будет разногласие, это не значит, что электродинамика врет. Почти наверняка врет ускоритель. Да. Ну, мне вообще-то очень разумно ответил соответствующий экспериментатор, что это экстремистская точка зрения, что на самом деле таки нужно проверять. Конечно, действительно есть такая задача. По хорошо известному процессу проверить тот факт, что все работает отлаженным образом. Но есть еще и задача таки проверить, а действительно ли квантовая электродинамика вот в этой области, которая все-таки немножко новая, работает так, как положено. Что это нетривиальная вещь, да? Хорошо известно на примере того же ИАФа. Я уже как-то упоминал вам, что обычное тормозное излучение, известное, ну я не знаю, со времен Адама и Евы, по крайней мере с 1934 года, когда его стали здесь исследовать в новых условиях, причем в области относительно низких энергий фотона, где никаких больших, малых расстояний нету, никаких принципиальных изменений в квантоэлектродинамике нету. И вдруг оказалось, что сечение в эксперименте на 20 или на 30% отличается от того, что было известно, как еще раз повторюсь, с 1934 года. И выяснился вот тот самый МД-эффект, о котором на недавнем юбилее упоминали, юбилея научена, если вы слушали. Но об этом у нас еще будет разговор. Но одним словом, есть интерес к этому процессу, и давайте попробуем тогда посмотреть, как его можно описывать. А что изменится в этом процессе? Изменится только мишень. Все эти формулы, которые здесь записаны, останутся неизменными. Так? И если речь дойдет до полного сечения, ну или до дифференциального по рассеянным электронам, а мы это перевели на несколько фотонов, да? То тогда все эти вот части мы только что досчитали от начала до конца. И даже в таком вот обозримом виде представили. А вот то, что касается вот этих сечений, эти величины не очень хорошо известны в случае протона. Наоборот, их надо исследовать. А в случае мюона, наоборот, это все хорошо известно. И давайте попробуем все-таки навести некоторые строгий разговор на этом процессе. А строгий разговор все-таки на самом деле будет такой. Прежде всего, у нас есть процесс, в котором сталкивается электрон и фотон. Вылетает электрон и вылетают мюоны. Замечательно. Здесь реальный фотон. Начинаем их расшифровывать. Конечно, есть то, о чем я говорил вам. То есть вот такая диаграмма.
где этот фотон летит, сталкивается с этим фотоном и рождается мюон-антимюонная пара. Так, очень хорошо. В области протона мы не можем нарисовать для этого блока диаграмму Фейнмана. А здесь мы можем нарисовать. Итак, у нас есть соударение гамма и гамма со звездочкой. И для этого процесса мы совершенно запросто можем нарисовать. Если гамма сталкивается с виртуальным фотоном, то как может рождаться мюон? Ну, например, вот так вот. В соответствии с нашим соглашением, частица у нас является μ минус. Но, в принципе, есть и переставленная диаграмма, да? Здесь никаких пересечений нету. Вот мы расшифровали, как выглядит этот блок. Это пара таких диаграмм Фейнмана. Но история не кончается. Есть еще одна картинка из диаграмм Фейнмана для этого процесса. А картинка такая, в котором сталкивается электрон с фотоном. В итоге получается опять-таки электрон и виртуальный фотон, который и рождает электронную пару. И вот этот блок типа эффекта Комптона, правильно? Только с конечным фотоном виртуальным. Его тоже можно в этом смысле расписать. А именно, это может быть такая картинка. Электрон, реальный фотон, виртуальный фотон. Плюс электрон, реальный фотон, виртуальный фотон. В квантовой электродинамике, где все четко известно, имеется, вообще говоря, 4 таких диаграммы. Замечательно. Сечение. Сечение будет определяться квадратом. То есть квадратом модуля суммы таких 4 диаграмм. И ситуация становится, вообще говоря, немножко сложнее, чем то, что было в предыдущем случае. Тем не менее, разговор здесь будет такой. Поскольку это квантовая электродинамика, здесь все известно. В частности, если речь идет о высоких энергиях, то известно, что... Известно, что... Да, ну, нет, лучше начнем от чего. Если мы будем говорить про фотонное сечение, то вот эти мюоны образовываются двумя фотонами. Мюон-антимюон – система нейтральная. Для них можно определить сочетность. Сочетность каждого фотона отрицательна. У двух фотонов она положительна. Поэтому здесь рождается система мюон-антимюон с положительной сочетностью. А в этих же двух диаграммах, как видно, мюоны рождаются одним фотоном. Поэтому в этом случае
сочтется отрицательно. Ну и, конечно, полный вклад при сохранении сочетности должен быть, не должен дефицировать, так что будет отдельно вклад этой диаграммы в квадрате, отдельно вклад этой диаграммы в квадрате, а их дефиценция отсутствует, уже хорошо. Мы можем в этом смысле отдельно говорить о такой и отдельно о сякой характеристике этого процесса. Ну а дальше, если речь идет про высокие энергии, которые нас интересуют, то вот это вот свечение ведет себя как величина 1, 2, 3 альфа в кубе. Так? И деленное на некоторую массу в квадрате. Еще там есть еще логарифм. Самое главное, что она не падает с энергии. А вот эта вот штука, которая соответствует фактически обмену электронных блоков для канала, она ведет себя как альфа в кубе, деленная на S, диагамма. Квадрат энергии сталкивающейся частицы с теми центром массы. И при большой энергии падает, и ей можно предупречь. Общий итог сводится к тому, что несмотря на сложности и хитрости, которые есть у этого процесса, его можно свести в основном при высоких энергиях вот к этой диаграмме. А в этой диаграмме нам уже все известно. И тогда возникает следующая привлекательная возможность. Вот эти вот непонятные величины, да, в этом конкретном случае можно будет расписать. Посмотреть на их поведение. В том числе посмотреть на их поведение в зависимости от U квадрата. Что очень интересно. А после этого возникнут идеи о том, а как можно бы рассматривать вот эту штуку? Если можно себе представить себе протон как набор кварков, то там тоже начнется входить сечение, связь, которую мы можем рассчитывать. А именно сечение вращения виртуального фотона на кварке. Это почти как на электроне. Имея этот опыт под рукой, мы можем сравнивать одно и другое, оттенять. Где что интереснее, где менее интереснее. А опять же, если речь пойдет про процесс, в котором в результате сожжения электрона, сгорания фотона, рождаются не мюоны, а адроны. Адроны опять в первом приближении мы заменим кварками, и этот опыт пригодится. Вот поэтому в следующий раз мы, не торопясь, рассмотрим именно эти сечения, и в зависимости от q-квадрата. Почему? Ну давайте реально посмотреть. Если нам захочется вычислять вот это сечение, то нам реально придется дифференцировать по виртуальности фотона. Как от виртуальности фотона зависят эти величины? Чисто мы знаем. Вот ответ есть. А вот как зависят эти сечения? В одном случае мы знаем, в другом случае придется апеллировать к эксперименту. Вот такая вот картинка нам придется именно изучать для того, чтобы оттенять главные области по q-квадрату. Конечный итог будет такой. Очень часто получится, что вся зависимость от q-квадрат самая главная. Стоится здесь. И выглядит она как dq квадрат на q квадрат в основном. А вот этой зависимостью в сечениях можно пренебречь. И тогда у нас будет все просто. Все будет зависеть типа dq квадрат на q квадрат. Ясно, что такую функцию легко проинтегрировать, получить ответ. И только вопрос стоит о том, насколько этот ответ точно.
нас тоже будет уже по-другому. До свидания.